Вот сейчас в духовочку-то запущу. Тут морковка, картошка, свекла, лук. О, чеснок забыл. Сейчас чеснок покладу. Мяско немножко было. Там холодец туда. Укропчик, перчик. Эти черри, помидорки туда. Икру кабачковую. Тут много чего тут есть. И вот сейчас в пленку, в рукав и в духовку на 1,5 часа. И будет вкусненько. Приятненького аппетита.